Добрый день, дорогие друзья. Ну вот, уже на моей машине стоит летняя резина. Сейчас уже стало достаточно тепло. Средняя температура уже больше плюс 5-7 градусов. Поэтому я переобулся на лето. И хочу сделать отзыв о зимней своей резине. Акапелита 10R. Вот она вложена в багажнике. Везу ее на хранение. Сейчас все расскажу. Покажу ее состояние более подробно. Значит, общее состояние шин. Давайте с вами на них повнимательнее посмотрим. Значит, давайте посмотрим внешний вид. Вот шины ровные, без всяких грыж, без порезов. Ездил, слава богу, аккуратно. Так сказать, все в порядке в этом плане. Значит, пробег на данных шинах у меня 7000 километров примерно, там 7 с копейками. То есть отъездил я всего лишь на всего один сезон. Это 5 месяцев эксплуатации. Значит, боковина не растрескалась. Вот обратите внимание, да, то есть и на всех четырех колесах это видно. Далее видно, что равномерный износ. Как боковин, так и середины шины. Да, вот здесь тоже видно. То есть везде все равномерно. Все шипы на месте. Обратите внимание, ни один шип не вылетел на всех четырех колесах. Ни один. Теперь с вами давайте посмотрим глубину протектора. Насколько он уменьшился ли вообще. Так, давайте посмотрим. Вот они цифры. Вот Nokia маркирует свои шины тремя цифрами, это 8, вот, 6 и 4 миллиметра. То есть 8 миллиметров это максимальная высота протектора. То есть практически за 5 месяцев или 7 тысяч они практически вообще не сносились. То есть восьмерка вообще не стерлась. Вот посмотрим вторую шину. Да, вот обратите внимание, восьмерка на месте. Да, 8 миллиметров. Глубина протектора. Прекрасный результат. Прекрасный. Давайте дальше посмотрим. Вот еще одна метка на этом же колесе. Да, то же самое. Равномерный износ. Третье колесо. Да, тоже восьмерка на месте. Равномерный износ. Все шипы на месте. Ни один шип не вылетел, как я уже говорил, повторяюсь. Вот опять маркировка. Да, 8, 6, 4 и снежинка. Все на месте. Давайте посмотрим четвертое колесо. Все шипы на месте. Равномерный износ протектора. Да, то же самое. Все три цифры на месте. 8, 6, 4 и снежинка. То есть высота протектора на всех четырех колесах 8 миллиметров. Прекрасный результат. Мне шины очень понравились. Отлично. Nokia отлично. Теперь давайте с вами подведем итоги. По моему отзыву на данных шинах. Значит, шина отличная. Шина отличная, показала прекрасный результат за это время, за время моей эксплуатации. Значит, износостойкость великолепная. То есть, все шипы на месте, еще раз подтверждаю, на всех четырех колесах. Отличное сцепление с дорогой она показала. После обкатки где-то в 500-600 километров снизился уровень шума. Если... У меня есть видео на моем канале, где после покупки я их проверяю в городе, замеряю уровень шума, там снег еще не выпал, это был ноябрь месяц, нам достаточно, конечно, было шумно в салоне, сейчас такого нет. В общем, все прекрасно. Выводы, значит, прекрасная шина и моя оценка это 5 баллов, прекрасный результат. Далее вам расскажу, как правильно хранить колеса в сборе, если у вас шины на дисках. Спускаем воздух с каждого колеса по очередности на всех четырех колесах. Добиваемся давления в каждом колесе в одну атмосферу. И укладываем горизонтально каждое колесо одно на другое. У вас колеса на дисках, значит укладываем одно на другое. И вот в таком положении они хранятся до весны. Периодически, раз в 3 месяца примерно, надо будет их перетасовывать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока!